Ребят, привет, Гузелька учит меня, как говорить. Ну что вам говорить, Гузелька? Да, а то он целыми днями молчит, только я его учу. А привет. Привет. Ребят, привет, вы, конечно, поняли, наверное, где мы опять находимся. Мы находимся в Турции, вот наш отель. Alan Hafira Deluxe Resort Spa, он такой большой, красивый. Да, здесь еще более-менее, сейчас полностью мы покажем вам, как можно назвать, обзор это или... Обзор отеля. Да, так что, ребят, альбом Евгена продолжается. Давайте смотрим, лайки, подписки. Тут вот. Пошли оттуда вот так вот. Я оттуда типа пройду. Да, здесь вот так, типа под премиум закос. Да, мне кажется, смотрите, вообще мне кажется, ну вот с названия отеля, вот с этого, вот сейчас я покажу вам карту. Вот, смотрите. Короче, вот это слово лучше убрать. Вот так вот, просто хотел Хафира, как Хафира отель. Очень красиво, все люстры горят. Да, вечером горит все. Сейчас вот такая обстановочка. Вообще, я заметил, они очень сильно экономят на электричестве. Нигде такого не видели. Ну, такой приятненький. Столько стульчиков, диванчиков, всем хватит. Полный отчет по поводу бара, что есть, чего нету. Одни сутки мы уже побыли тут. Да, сегодня второй день. Ничего пока сказать не можем. Будем смотреть, будем обсуждать и выносить вердикт. Вот наш бар. Вот барчик тут. Это лобби-бар же называется, да? Да, это лобби-бар. В общем, так. Такое, ничего особенного, ребят. Море, конечно, не первая линия, но хотя бы пройтись можно. Прогуляться. Да, это прогуляться. Хорошо. А то мы тогда, помните, в Рубе были, там вообще 5 шагов животы надуваются, когда кушаешь, надо ходить, ребят. Ну, этот вид не очень, конечно. Да, соседний... это вид не очень, да, это вот соседние отели. Смотрите. Да, это вот другая сторона, это куда смотрит вот этот барчик. Тут вот отель, проходишь 2 отеля, и там море. Ну, короче, можно пройти хотя бы, пробздиться немножко. А вот сейчас, ребят, покажу наш отель. Хотель. Вот он какой красивый. Да, вот так интригу маленькую сделаю для вас. А хотя я карту уже показал. Да, да. Вот, вот смотрите, ребят. Балкончик, он длинный идет, можно покурить, попить, да, Гузелька? Да, покурить, кальяны еще делают. А, кальяны, да, еще. Вечером еще покажем вам. Сейчас первая серия, как знаете, она у нас. Первые взрывают, во! Так что вот так, все, спускаемся вниз. А, ты же еще не сказала, число сегодня у нас какое? Так, у нас... маленький секретик. Да, по поводу числа секретик. Ну, у нас октябрь. Кончается, да, у нас октябрь кончается. Ну, так жара что... такая, мы вообще не думали, что... Да, жара, жара. 9 градусов. Это видео я назову, ребят, знаете, стоит ли в октябре ехать, да, ехать в Турцию. И вот, остальные ролики будут посвящены уже ноябрю. Вот так вот. Так что вот так, ребят. Все, давайте спускаемся вниз. Здесь ресторанчики, ну, вечером они работают. Короче, с одной стороны ресторанчики, с другой вот торговля идет. Сейчас на бассейн выйдем как раз. Магазинчик.
Так что погода норм, ребят. Погода вообще. Кто боится в октябре, этот ролик же у нас про октябрь пока. Так что не бойтесь в октябре лететь. Что холодно, это слухи все. Такой мостик. Бассейн, короче, сами поняли, здесь длинный один бассейн, длиннющий. Он вот так идет. Тут барчик, постоянно народу, вообще море. Мы нигде такого не видели. Вот такой. Народу постоянно до хрена. И тут, короче, как кухня, тоже барчик такой. Кухонный. Типа шаурма там, тырым-пырым, всякие эти штучки. Бургеры. Короче, вот такой вот. Тут большой один корпус. Вот это отдельное здание. Там тоже у них личный бассейн. Гузель, может, сходим, посмотрим, там что за личный бассейн у них там? А? Сейчас покажу вам, если там открыто. Вот сюда зашли. Тут такой проходик. Это как его назвать? Блин, бунгало не назовешь тоже. Ну, короче, премиум такое местечко. Как в каждом отеле есть же что-то там, как домики. Так, ребят. И вот такая тема. Нормально? Вот такая. Это как их такой отельчик тут. Отельчик, говорю. Бассейн. Вот такой длинный он. Там барчик, что ли? А, нет, барчик не работает. Ну, тут скучновато. Вода холодная. Ну, холодная так, терпимо уж как. А то подумайте, холодная, как у нас сейчас в России. Вот так, все, возвращаемся, давайте нашему бассейну. Вчера вроде не было анимации, ну как мы приехали, что-то музыки не было. Сегодня вот уже музычка, гимнастика, цветочки какие, смотрите. Вот такие пироги, ребят. Сейчас поплескаемся в бассейне, и первая часть, наверное, все закончена. Место тут выбрали. Тут такой барчик был, походу. А вообще в бар ходить вон туда. Водные процедуры сейчас начинаем, ребят. Кстати, воду вот в таких штучках дают. We'll be right back.
погода вообще нормальная. Градусов сколько у нас сейчас? Влажность написана 91. Градусов 28. Так что, ребят, еще утро. 12 часов. Вообще нормально для этого. Для 12. Так что вот такие пироги. Сейчас пойду что-нибудь возьму вкусного. Вот такой блок сегодня. Гузелька вон твоя. За спиртными напитками попозже пойдем. Пока загар, ребят. О, хорошо. Так, ребят, уже час прошел. Я тут пиво попил, вырубился ненадолго. Так что серия у нас сегодня заканчивается. Вот такая обстановка. Солнце светит еще. Скоро обед будет. Так что вам покажу, что на обед дают. И все остальное. К морю, море. И... ну, что будет, то покажу. Все, давайте, ребят, все, лайки, подписки. Давайте, пока. Следующая серия. Ждите.